Посмотри. Листики это касами она принесли. Они их кушают? Я их пока молю. Аккуратно. Вот ползет, ползет. А они думают, может, им травку дадут. Отдыхают на берегу океана. А здесь такой есть океан? Только машина. Они сами не едят. Спят там, спят. Можно за шейку можешь погладить, если дотянешься. Они любят, когда их за шейку гладят. Осторожно, чтобы не укусил. Не укусит. Она... Ну, вон руку, иди туда, подойди к уголку, руку притяни и погладь за шейку. Не, вот это вот, вот, Лиза, вот это вот. Иди, подходи ближе так к уголку. Дальше что, аккуратно. Нет, не так, я тебе показываю, смотри. Учись у папы, надо гладить черепаху за шейку. Отойди-ка. Вот, о, смотри. Она есть. Смотри, нет, не так, вот. Смотри, вот видишь, вот я. Сюда раз. О, видишь, я ей глажу шейку, а им это очень нравится. Вы же помните это дело. Я тоже хочу. Ну, на. А вы, Коль, погладите? Да. Ну давай, иди погладь, иди погладь. Конечно, они вот так идут, когда им гладят шейку. Давай, иди погладь. О! На, мама. А им очень любят, когда шейку им гладят. Снизу, снизу, снизу гладь, они любят снизу. А они сверху любят? Больше снизу. Осторожно, она двигается. Ага, а вот еще большая черепаха, она ей тоже. Не надо, большая, ты что, если как сядь, куда-то руку засунуть. Ну, я могу и большой погладить. Она там лежит. А вон та пришла, смотрите. И та тоже хочет, чтобы ей шейку погладили. Пусти-ка. Давай-ка ей шейку погладим. О, она хочет, чтобы у нее тоже поколили. Вот, 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 смотри, вот. Смотри, смотри. Видишь, вот, вон я ей шейку глажу, смотри. Она довольна, забыла, что есть надо. Нет, ты снимаешь панцирь. Дай сюда. Дай. Нет, дай. Я хочу, чтобы Лиза была видна. Ну, дай мне. Лиза, что была видна. Вот. Я хочу не отвою. Давай. Она хочет, чтобы ей шейку погладили, из-за травы полно. Присядь на косточки, не, присядь. Ну вот так, вот отлично, вот. О, она у меня есть. Ну конечно. А ты знаешь, они здесь такие большие. Она как слон. Пойдем, может быть, что-то поплаваем потом, когда будет жарко. Да, давайте. Потому что сейчас время. Привет, там есть пистолет.
Ну что, тебе нравятся такие черепахи? Нравятся, да? Ручки, 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 осторожно. Ну что, пошли купаться? Ест твою, да? Да. Она любит больше всего, когда его кормит. Угу. Ну, а ешь? Черепашка богатая. А посмотри, что у нее на панцире сидит ящерица, Лиза. Вот у черепахи ящерица сидит на панцире, вот. Вот, смотри, вот. Вон ящерица сидит на панцире, вон видишь у нее ящерица. Она у нее питомец. Вон ящерица зелененькая, Лиза, смотри, вон, вон, Лиза, вон, видишь? Хватай ее, лови ее. Вот смекам нравится, когда их, смотри, видишь, когда их чешут. Мне сейчас главное, что ее сейчас чешут. Вот она очень любит, когда под шейкой. Папа, ну подожди, я хочу покормить. Ну давай, корми, корми. Она наевшаяся, ей нравится, чтобы ее почесали. Ну что, пошли, нас мама ждет, пошли. Ну, ей так не нравится. Еще мы сюда вернемся, пошли, пошли. Нет, ей не нравится. Пусть маленько проголодаются. Идем, идем, все, наелась она, пошли. Нет, нет. Пальчик, пальчик, осторожно, Лиза, да. И укусит меня. Все, я ухожу, пошли, я ухожу. Да, тогда я последний. Давай.
Почеши вон той шейку, она хочет. Шейку почесала лучше. Не, она есть не хочет, она хочет, чтобы ты шейку почесала. И за пальчик, пальчик. Ну все, пошли. Ну подожди, у меня еще не закончилось. Мама нас ждет, Лиза уже давно в воде. Все. Все, пошли. Потом придешь, покормишь, оставь на потом. Все, все, давай, давай. Нравится и вкусно. И так она хоть замана ест. Я отпускаю ее на съест. Ест прямо с песком. Когда их помакают песок, это их как джем. Как джем. Принеси-ка ей еще джекфрута. Иди-ка принеси маме джекфрута, я тебя подожду. Не надо. Знаешь, как интересно будем кормить. Осторожно, ручки, ручки. Как смешно она ела. Поправляет тебе эту еду. Иди, Лиза, принеси ей сочного джекфрута. Иди, мама, Лизонька, принеси сочный джекфрут, сучку. Давай, 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 давай. Сейчас она вон. Она видит, видит. О. Вот это ням-ням, видишь? Ням-ням-ням-ням. Она и это просто не такое. Вот, ложи, дальше, ложи. Дальше, ага, это же джекфрут сладкий. Да, ну положите еще на камешек, положите еще на камешек. Вот. Она не видела, она вылазит аж за ним, смотри. Ага. Она рвется с ограды. А кожу съели зеленую или нет? Она не может достать. Саша, я кожу достану. Зеленую съела отдаю. Или нет? Сейчас, она ест. Нет, ой, нет. Ничего. Найдут потом, вот, положи. Вот. Подожди, сейчас будешь подавать. Вот так вот. Просто вот так целый кусок. Подожди, здесь же косточек много. Как она есть? Да, ты надо сначала косточки ей дать. Вы неудобно подали. Лиза, убери тут руки. Она я не могу смотреть. Лиза скоро ей засунет. Дайте я подам. Вот она взяла, взяла. Тихонько. Слушай, она эту кожуру ест или нет? Ест, она все съест, смотри, целиком. Она все ест. Конечно. Это так вкусно. Лапа не может вывернуться. На, Лиза, вот так подашь. Неужели все это? Убери. А вы маленькую свой. Пошли тут покурим еще. Этой маленькой дай. Ну дай этой маленькой. Да хватит ей уже, все, идем.
Вот этой, которая... Ну да, дай маленькой. Лиза. Оставьте той тоже маленькой. Вот так вот держи и подавай, она будет кусать. Убери сухой листик, не надо, убери сухой лист. На вот этого держи. Держи. Она сейчас будет кусать, осторожно. Ну давай ей, давай. О. Как вкусненько. Давай, подавай, подавай. Да получше подавай в рот, Лиза, ты держать не будешь. Держи вот так, она сейчас откусит. Вот чего это она такая, не хочет кушать? Да дай она нюхает сначала. Мама, мама. Вот, она откусила, ну держи. Да. Вот это вот вкуснятина, вот это вкуснятина, вот это. Так не надо, подожди. Ей неудобно. Так держи, она не может откусить. Вот, видишь, она ей надо... Откусить надо. Вот, им здесь не очень удобно. Я сейчас длинную оторву. Вот такую вот, вот. А ты подашь вот так за кончик. Она, они косточки эти будут есть, они вкусные, это же круто. Что-нибудь есть. Думаешь? Конечно. Подавай ей вот так, вот. Подавай ей в рот. Нет, давай ей в рот. Вот, 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 вот. Ой, знаешь, что-то это как-то ест странно. Нормально она ест. Она ест. Мне неудобно, потому что. Ей надо уже подать. Подожди, подожди, сама она. Да. Она сама разберется, не боись. Они потом достанут что-то. Подойдут, достанут. А как сейчас? Нет, сейчас она тебе засапнет за рот, за руку. Вот. Все, пусть. Сашиту неудобно кормить. Да, пусть да. Пошли той дадим еще, там вылезла. Все, она достанет, я. Идемте. А кофе? Идемте, дайте той, та заслужила, она давно ждет. Я хотел тоже ей дать. Та достанет все косточки, давайте этой, вон она. Она ищет, а косточку пытается взять. Смотри. Да. Она пытается косточку взять. Ага. Тихо. Она еду будет. Ну дайте ей кусок, пусть он затянется в вольер. Ну, Вера, куда? Руку убери. Ай! Да что ты сунешь? Что, 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 а зачем ты? А зачем ты руку сюда сунула? Укусила? Нет, испугалась. Не трогай, не сунь туда руку так близко. Отдай Верге, пусть она туда утянет. Она отдай, кусает. Отдай. Подожди, она не может. Вот пусть, пусть все, разберется она. Разберется она, что делать с этим. Не боись. Так а в конец я так и думал, Лиза не выдернет руку, оставит, а мы будет долго думать, пока та будет жевать руку. Короче, джекфрут пригодился, вкуснятина. Ты смотри, сахара, да? Да, отлично. Вон они сейчас с ним разберутся. Вон, видишь, как джекфрут ест. И косточка тоже вот эта вот, она же санула с ней, видишь, она пытается лапать. Все, съест, вон она, да. Да, она засовывает уже туда, чтобы... Да. Джекфрут это ням-ням, он же такой ароматный. Такой зеленый, красивый, да. На мусор не надо выбраться, а в косточки, кстати, надо положить. Они все едят косточки. Положи, положи косточки, положи. Та ждет, да? Положи твой косточек, да, тоже. Fresh leaves. Вон они, видишь, поползли, поползли. Они себе ползли к свежим листьям. Спрятали, когда сидят в листья, да?
вон туда на фоне. И море видно, и море там видно, вон. Погладьте ей шейку, под шейку погладьте ей. Погладьте ей шейку, шейку, погладь, погладь. Ну, погладьте ей под шейку, погладьте. Нет, под шейку, под шейку, под шейку. Вот здесь, вот здесь. Она выше, знает, выше, выше. Под головой, под головой. Она знает, что Лиза ее вкуснее. Да. под шейкой погладь, под шейкой. Ага. Вон, смотри, какой лаз. А то будет ее сейчас кормить, будет, только осторожно. Да, посильнее, посильнее чеши, посильнее, посильнее чеши. Ну, смотрите, как надо сейчас покажу, показывает. Папа показывает лаз. Смотрите, вот так вот. Вот так надо, вот по-хорошему чесать. Вот, вот так им нравится. Вот, посильнее, да. Вот, вот. Она же большая черепаха. Видны, видны, парни, видны. И море видно, все видно. Черепахи бегают. Давай, идите на пальмы, идите. Погладить черепа. Все, мы погладим. Иди, мама. Черепаха почувствовала нас, когда я постель. Сейчас, солнышко, выйдите, папа назад. Все, давайте, вверх. Вот, машите, машите, давайте, вот так. Все. С той стороны семьи. Все, заснято, все. Пальмы что-то вверх. Вер, если далеко не дойду, то будет только низ пальмы виден. А ты же, наверное, хочешь, чтобы вверх пальмы был виден. Ну хорошо, хорошо, все. Отлично.